Здравия желаю, уважаемые подписчики и зрители. Значит, опыты продолжим. Значит, лампочка эта горит по-прежнему. Значит, кто первый раз, панелька, на панельку светят 6 лампочек на 12 вольт, 5 ватт. Панелька на 30 ватт, вот она. Вот, может, видно. Солнечная панель. Так. Вчера я показывал. Значит, на две батарейки работает нормально, функционирует. Если, значит, здесь просаживается, сюда пересаживаем. Здесь просело. И вот попробовал. Так вот, если подсоединяем. На одну. На одну вот так и так. Что происходит? Сейчас померяем. Что происходит? На одну она вот, видите, не держит, просаживает. То есть на одну делать нельзя. Почему, сейчас разберем почему. А вот на две, значит, то есть схему эту на двух батарейках надо. На две вполне нормально. Правда, батарейки, ну это я говорил, батарейки старые. Сейчас разберем. Почему так выходит? Разберем. Зарисуем. Во-первых, зарисуем саму схему. Зарисуем саму схему. Так. Вчера вроде рисовал, но видите, новое подходит, поэтому кто уже видел, тот может не смотреть. Повторять, потому что как бы новые люди подходят. Значит, вот она схема. И разберем, значит, схему зарисуем, и разберем, почему нельзя на одну. Значит, вот. Батарейка. Видно, не знаю, должно видно быть. Батарейка. Назовем ее первая. От нее идет плюс и минус. Значит. Здесь вот 6 лампочек. 6. Ну не буду рисовать, 6. Понятно. 6 лампочек. Вот так вот. Лампочка, как обозначается. Дальше. Лампочка светит сюда. Здесь панелька. Вот она. Так вот у нее идет. Так вот. Элементы, значит, припаяны. Ну, это на заводе припаивали. Вот так вот. Так, вот лампочка светит. 6 лампочек светит на панельку. А с панельку, значит, с панельки выходит плюс и минус. На батарейку номер 2. Батарейка 2. И вот такая схема, все нормально. А если мы возьмем, значит, батарейку номер 2 уберем. Так. И вот эти провода сюда. Сразу. И на лампочку из этого заведем.
из панельки на одну батарейку, то есть типа выходит и заряжается, то что получается? Выходит вот так. Выходит. Так. А здесь заходит. Вот она, стрелка. То есть встречаются токи, вот этот ток выходной и этот ток встречаются, а раз они разные по это самое по силе, с панельки больше идет, и получается перерасход, то есть вот здесь вот тепло выделяется вместе их встречи вот здесь, так как они разные, вот это вот слабее. Отсюда слабее на лампочку сила тока, чем сила тока с панельки. Для того, чтобы на одной батарейке, тут надо подгонять точно. То есть много волокиты. Подогнать точно напряжение. Чуть-чуть больше должно быть. А если там больше намного, то тут уже тепловыделение. Поэтому лучше этот вариант не надо. Проще. Проще и надежнее вариант вот такой. Две батарейки, одна, вторая. Значит, с одной батарейки питается лампочка и светит на панель. Со второй вторая батарейка заряжается. Как только здесь иссякла, перебрасываем концы вот так. То есть смотрю, если уже светит тускло или вообще погасло, перебрасываем, она опять горит. В дальнейшем можно реле поставить. То есть эта схема работает на двух источниках питания. Первый, значит, питает лампочки, а второй принимает заряд с батарейки. И тогда все выходит. Спасибо вам за внимание. Почему я этот ролик? Потому что спрашивали, почему не на одной. Ну вот я объяснил почему. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне. И быть оптимистами, и верить, что все получится.